Карина, давай сделаем подарок родителям и приготовим что-нибудь вкусненькое. О, отличная идея! Значит, будем готовить овсянку. Не, это как-то слишком легко. Давай лучше борщ. Не, борщ это долго, надо заморачиваться. Нужно, чтобы было легко, быстро и красиво. О, и в этом нам поможет замечательная книга рецептов. В этой книге есть много разных рецептов супов, салатов, бутербродов, а также десертов. Дети могут готовить с родителями, а также с вот такими друзьями. А главный персонаж это утенок-поваренок. И какой же из этих рецептов выберем мы? Устроим кулинарную битву! Итак, на нашем канале кулинарная битва! А чтобы начать, нам нужно выбрать рецепт из нашей книги. Мы тянем номер странички, и какой рецепт на этой странице, то блюдо мы и будем готовить. Тяни, Карина. И это 142. Ну что, открывай страничку. Так, надо ее сначала поменять. И это у нас смешная яичница. О. В нашей кулинарной битве мы с Кариной будем готовить одинаковые яичницы. И ученок-поваренок решит, какая яичница вкуснее и смешнее. А для рецепта нам понадобится болгарский перец, 4 яйца, сыр и колбаса и зелень для украшения. Отрезаем 2 куска перца. Ребята, будьте осторожны с ножами. Лучше всего это делать вместе с родителями. Теперь я режу. Вот такие кружки у нас получилось. И вот такие вот у меня. Для украшения нам понадобится сыр, чтобы сделать носик, и колбаска, чтобы сделать ротик. Угу. Я сразу делаю носик. Вот такой носик у меня получился. А теперь делаем улыбку из колбаски. Вот, ребята, какой у меня носик получился. А вот моя улыбка. Итак, все ингредиенты готовы. Приступаем к готовке. Соль, перец по вкусу. Перца много надо. И чуть-чуть соль. Готово! Снимаем на тарелку. Раз. И два. Два. Ребята, сначала надо перчики поджарить. Вот так. Вот так. Вот так. Это какие-то очки получились. Какая-то у меня пока получается формула. Ребята, мы сейчас перевернем. Опа, опа. Пришло время разбить яички. Главное, чтоб не разбилось. Вот так вот у вас должно получиться. Ребята, знаете, я не люблю перец, так что не обязательно его добавлять, так что добавляю я масло. И перца я не буду. Все, друзья, наша яичница готова. Снимаем ее.
на тарелке. Вот наши результаты. И теперь ученок-поваренок решит, что лучше и круче. Да. И смешнее. Найти еще много разных и интересных рецептов. Вы можете готовить их со своими родителями. Друзья, если вам понравилось наше кулинарное шоу, то обязательно поставьте лайки. И жмите на колокольчик. Всем желаем приятного аппетита и до новых встреч. Всем пока-пока.